Russia is using information manipulation and interference as a crucial instrument of this war. This war is not only using explosives, bombs, bullets, killing people. It's about the mind of the people. It's about how to conquer the spirits, the intelligence, the understanding of the people. And I have, from my personal experience, concrete, in very concrete terms, to perceive that this battle is going on. Minister Lavrov is touring Africa again. Those days, Mali, Eritrea, well, easy countries for them, but others not so easy. Trying to spread lies about who is guilty for what is happening there. And you will tell me nothing new on that. Goebbels already invented during the Second World War to lie and to spread disinformation. It's nothing new. Well, what is new today is the intensity, the will, and the instruments. Goebbels had not internet and not the social media instruments. Это говорит человек, который не умеет скрывать российской сущности, своего видения мира. Не так давно, как вы помните, он публично, не стесняясь, рассказывал, что Европа – это цветущий сад. Он, стало быть, садовник. А окружает Европу джунгли, из которых проистекают угрозы для цветущего сада, поэтому цветущий сад должен аккуратнее быть с джунглями и оберегать свое благополучие от их негативного влияния. Ну, собственно, тут, в общем-то, и добавить нечего в отношении того, кто и как относится к нужным интересам африканских стран. Нам скрывать нечего и стесняться тоже нечего. Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига. Советский Союз был одним из главных инициаторов принятия декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года. Это была не имитация, как тут недавно Борис Джонсон назвал Минские договоренности по Украине, а декларация о деколонизации была реальным историческим актом, который закрепил падение колониального владычества.